Hey, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Ангрей, надеюсь, что сегодня ваша душа станет чуточку теплее с игрой Wumble Hearts 2. И у нас Canyon Master. Эта игра продолжает заигрывать с темой Dungeon Master'ов, теперь Canyon Master. Слушайте, это прям целую иерархию можно создавать. Просто мастер, потом Dungeon Master, Canyon Master. Наши парни отдыхают у костра. Кстати, Юры не было в последнем бою. Он был в деревне Палата. А, это ж, ну, и есть наша родная деревня. Юра предается воспоминаниям, пониманию. Рассказывает о том, что было раньше, и так далее. А, Вильям, ну, он сказал, да, что деревня была уничтожена. Вот, видимо, Вильям решил таки прийти проверить, что там... А там ни хрена. Все разрушено. Женщина. Это не сестра, случаем его. Ах, это принцесса Адель. Подросла, подросла. Принцесса Адель. Кто это? Адель, это правда ты? Отвечай мне! Скажите, распознай себя! Подожди, Махлер. Так бы Махлер это ее ужор нынешний. Да. Прикол, сейчас будет бой. Не просто монстры, нежить нападает и големы. Черт, монстры! Монстры! Кто-то еще приперся. Ух ты, а это кто такие? Красные капюшоны. Мы окружены монстрами. Подожди, Махлер. Готовы вперед! Телепортеры какие-то. Да, принять. Ха! Твою мать! Против шестерых! Давай хуй. Пик. Эй, Вильям. А. Вильям окружен монстрами. Все-таки, как бы.
как бы голову так преклонили, типа, ну его пизда, все, до свидания. В общем, понятно, у Адель. Ну, в принципе, что еще ожидать? Я так и думал, что она будет сильной женщиной, которая, так сказать, ну, в отличие от нас, будет подниматься, так все-таки у нее род, все дела, а у нас бомжара безродный. Но не забывайте, мы выбрали цель стать королем. И это довольно-таки интересно. Да, что-то монстров немножко в сотню раз, блядь, прибавилось. Стражник, ага. Кому ты рассказываешь, блин? Да, так, а что нам делать-то за Вильяма? Нужно как-то шныкаться, шкериться и идти куда-то вот в сторону вот эту вот. Все дела. А нам нужно, получается, допустим, вот вправо пойдем. Поэтому. Нормально. Чихнул. Здоровее меня не бывает никого. Ой. А мы все тоже смещаемся, чтобы идти в его сторону. Забавная такая миссия, где по факту как бы ничего не меняется, но при этом. А главный герой в таком положении, что ему, конечно, плоховато. Так, ну почекаем, кто куда идет из врагов заодно. Так. Ага, ну они к нему идут, ну окей, пофиг. Они не доходят пока что. Это Зергут, это Хорушечно. Наверное. Угу. Так, окей. Ну, тип будет следующий ход двигаться, но следующий ход, скорее всего, они начнут с хода, собственно говоря. Ну, тех, которые рядом с нашим главным героем. Ага, эти тоже близко. Ну, слушайте, ему-то максимально хреново. Даже сказал, его пучит. О. Наконец-то урон. Ну шо, гниль. Получи по жопе. Уек. Так, хочу, кстати, по сундукам. Много ли нам надо будет их открыть? Один есть. Второй есть. Так. Кстати. Ищем какие-нибудь точки, где, возможно, скрытые предметы есть. Вот я бы здесь сказал, но при этом все равно... Странное место. Не факт, что просто на всех прям картах они есть, хотя... Ну, слушайте, здесь я точно не вижу никаких выделенных точек. Да. Тут, с одной стороны, Вильяма можно подойти и продамажить. Даже в спину. В следующий ход мы будем страдать очень сильно от этого, поэтому все-таки как-то пока вот так отходим. Так, не знаю, давайте вот эту точку проверим. Условную точку. Там ничего нет. Но я не вижу здесь ничего. Если здесь спрятанные предметы есть, то значит они никак не обозначены. Так, следующий герой. Так как герой отошел, по идее к нему идти никто не будет, да. Да, враг идет и атакует тем, кто ближе к кому-либо. Летуна он достать не может, тогда он, скорее всего, проатакует либо лучника, либо мага. Поэтому первым мы сходим за главного героя, посмотрим, куда он пойдет.
Либо Влада, у которого защиты мало. Тоже логика есть. Спину к нему теперь не зайти, да. Прикольно. Мне нравится, какой у нас Влад стал. Левел ап. Тупо жесткий мужик. Тупо мужик. Тупо мэн. Так, ну с этим мы заниматься не будем. Нам нужно бежать в сторону нашего парняги. Хотя, раз он так подошел близко. Пускай Мария попробует его поразвлекать. Может, как раз с Владом ее оставим. Хотя... В принципе, Летун у нас может ей помочь. А, кстати. А, да, Сайя. Сайя и Сайя-баба. У нас самое мощное оружие. Поэтому давайте... Но, по-моему, атаковал не Сайей. Твою мать. Как-то работает. How is this working? Коворкинг. Так, Влада нужно будет хильнуть. Влада нужно будет хильнуть, поэтому маг у нас вот сюда отходит. Такс, по логике вещей будет атаковать он его. Сука, Влада. Ай, блядь. Ты же даже его не убиваешь, а зачем ты атакуешь? Так, Мария может добить, да. Мария-то добивает, а Влад уже идет помогать нашим парням. Бля, главного героя это забыли, ё-моё. Тут чертило нас отвлек. Ух ты, вот это неприятно было. Так, второй тоже доходит, скорее всего. Да вообще тут все доходят, кому не лень. Понял. Так, тогда ты сюда. Ах ты ж, сука. Уже хотел. Тоже хотел напиздякать нам. Тоже с саями, мразь. Мразь. Просто мразь. Гарсия, кстати, спуститься можно. А, кстати, а нахрена спускаться, вопрос? Ты же, в принципе, и сверху можешь им нашпёгивать, по идее. Но норм. И вообще можно не спускаться. Ты себя чувствуешь, что прекрасно, по сути дела, и без спусков, и попусков всяких. Так, Слира у нас достигает Вильяма, и в принципе это уже хоть что-то. Маг у нас пока что... У него есть атакующий? Нет, пока нету. Потом пускай продолжает Влада хилить. Но видимо все-таки будет реген на 15 хотя бы. Да. Только сейчас, кстати, заметил, подумал точнее, что они всей вообще своей... Ордой на нас прутся. Охренеть. А может нам надо вообще подняться наверх и встречать их там? Почему я спускаюсь? Если они так активно идут к нам, почему я к ним спускаюсь? Вопрос.
Вопрос на миллион thousand books. Давайте подниматься и их встречать. Пошли они в жопу. Зачем вам он не угодил? Что я его хилю так его так хуёво, что ли? Вот что тут. Охуели сами. Да он как бы ваш рот мотал, если вы не заметили. Ну хотя, может, поэтому они хотят? Не, они, скорее всего, из-за брони его бьют. Так. Лира, да. Ну, все-таки она не из какого-нибудь сортира к нам вылезла, поэтому мы ее тоже будем дефать. Так, б-б-б-б-б-б. Что-то беда какая-то бедовая. Давайте здорово тогда у него. Кто совсем уже затрахали парня. Пахня. А он, кстати, между прочим, наш урон. Он наша сила, наши мышцы. Он наш интеллект. Но только в мышцах. Вот. Вау, все. Доступно атакующее заклинание. Ага, не достаем. А можем, по идее, жука достать. Нужно встать как раз на место лысика. На место за лысика встать. Но он, в принципе, может... А, нет, враги тоже. Ну, тогда он пока не может, да. Даже обследовать им некие территории. Я не вижу, где, может быть, что-то спрятано. Хотя можно, может быть, и с вами по это... Давайте поможем тогда тем, кто уже подходит к нам. Привет. И надеюсь, пока. Хотя, было бы странно. Мне кажется, тут точно есть предметы, но, видимо, они точками никакими не обозначены. То есть тут прям нужно знать, где они находятся. Все-таки это его родной дом. Что-то он тут должен иметь, так сказать, возможность найти. Я просто не знал, кого они будут дамажить, они Лиру решили. Коты. Ой-ой-ой, это была обчипка, получается. Ну, жуки, их мы неплохо будем тут принимать, наши ряды. Далова. Так, ну в принципе старый-то крендель может теперь и свою магию почекать. Ух ты. Нормально, ну давайте. Еще один подошел. Как раз. А, это дыхание дракона, которое второй раз мы с вами видели. Да, слабая капец. Да, вот только вот таких вот уже, ну, еле живых добивать. Причем двоих сразу. Ну ладно, левел ап скоро получит, я так предполагаю. Дальше мы ждем.
все, эти отрегенились по полной. Так, Мария сюда, пожалуй, пойдет. А, он же метатель хрена. Нормально устроился. Подлый удар. Подлый и потный. Ух ты. Нормально, да, стреляешь? Тут, короче, всех, кто по Владу отдают, можно сказать. Это свидос. Просто ваншутает их. Так, ну, в принципе, все. Можно уже вылетать тебе. Тебе уже можно лететь. Ты вообще доходишь, кстати. Это посох, да? Да. Посмотрим, может быть, что интересное будет у него там. Разбиваем кабину этому. Не знаю, мне казалось, это големы, но они просто какие-то стражи. Но, скорее всего, все равно они големы, так как в первой части они активные были. И там даже, по идее, одна из наших волшебниц могла их юзать, но типа они очень долго делались. Немного хильнем героя. Заодно наш старика опыт получает дальше, пускай. Все-таки пока он с нами. Хотя я не уверен, что он до конца будет с нами. Так, это новый ход, да? Непонятно, кто ходить будет в этот новый ход. А, голем решил лысика нашего напердулить. Ну, это зря. Он от тебя в легкую бежит. Тут, скорее всего, будет спину Марии, конечно же. Она выживает, она к тому же отхилилась, так что все хорошо у нее в этом плане. Да и она подойдет к тебе. Правда, конечно, дамаг так себе. Ну и Влад к вам присоединится. Конечно, не Дракула, но норм. Влад Дракула. Так, давай с тобой поразвлекаемся пока что. В принципе, сундук там довольно быстро мы заберем, поэтому... Поэтому, по сути, тут и делать нефиг. Нефиг делать, как нефиг их всех завалить. И пошел. Так, все, да? Как же он ее не любит? Девушки. Так, затем мы походили, да. Походилы, между прочим.
Джангл, теперь просто нужно дойти до сундука. Что же будет еще? Open the сундучело. Серьезно, кастет. Вот это не ожидал Е-удар. Возможно, усиливающий силу какой-то предмет. Типа дополнительный. Ну все. Гнида. Ах ты, почти. Второй взгляд. Допустим, так. Никто, в общем, не доходит до скелетона. Как его добить? Ни хрена себе он устроился. Пенсионера на пенсию досрочно отправить. Это, конечно, он гнида. Добиваем героем все-таки, а то мало ли будет, возможно, миссия, где он будет в одиночку. Это будет неприятно. Неплохо быть спасенным. Для разнообразия, Вильям. Да, я виноват перед вами. Это была Адель, но... Да, но она не одна уже. Если у тебя, так сказать, твои шары для боулинга заиграли, то... Увы и ах. Адель-то не очень доступная. Она вообще не особо доступной-то и была. Ну, хотя, тогда еще была, когда вы были детьми, как ни странно бы это ни звучало. Но сейчас нет. О, этот жопошник. О, этот жопошник! Ты глупец. В общем, они отчитывают этого пацана. А, это еще его мастер. Ничего себе. Этот кукловод, так понимаю, до сих пор притворяется каким-то таким помощником или типа того. В общем, этот хочет славы, богатства и всего остального.
Хочется, я так понимаю, как-то через Адель получить. Не понимаю, как. Культи разговаривают, которому тысяча лет, типа. Святых причем лет, разумеется. Понятненько, понятненько. Адель думает про Вильяма, думает, неужто это было он? В общем, модель тоже страдает по тому, что деревня была уничтожена, жители, вероятно, были убиты. Тоже, видимо, спустя время, что ли, туда вернулась. До конца не понял. Ух ты, а у нас территория-то расширилась. Убежище. Равнина Ютауза. Равнина Юта-Б, гора Юта, ага, приют Бирона, это голубое, что он, город Сади, тоже город, так понимаю. Потому что нам открылись, я так понимаю, наши старые локи. А если мы в убежище сходим, что-то будет? А, нет, ничего. Они типа недоступные, серые. Значит, нам нужно в хребет Дибоза, а главная наша цель – деревня Апос. Ну, погнали. Только сейчас, кстати, подумал, что перемещение, на наша фигурка – типа как пешка. Хотя, на самом деле, все-таки наши герои, ну, точно не пешки. Задача покруче будет, мне кажется. Так, Виктория. В общем-то, все по стандарту. Что еще? Пушечное мясо? Вроде уже хватит.
Да, просто бои, так понимаю, ради боев в основном. Ничего толком не происходит, ни сюжет, но так, просто бои, 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 бои. В этой части решили вот так вот они, чтобы просто, видимо, подольше. Единственное, что вот локация, конечно, прям охренеть. Гигантский холм просто, представляете, какой он огроменный, по нему ползти просто капец, капец. Кстати, реально не понимаю, как по нему ползти. Жесть какая-то. Какая-то жесть, друзья. Он огроменный просто. Просто охуеть можно. Я, кстати, опять же не вижу никаких скрытых предметов. Почему на одной карте, на которой вот я их находил, их показывали, а здесь нет? Либо их здесь вообще нет, либо разработчикам стало похер, и они решили... Пускай каждую клетку, короче, игрок исследует по 2 года. По 2 года поисков. Кстати, тут и врагов что-то немного на самом-то деле. Ну, конечно, лучники нас будут трахать. Ох, они нас будут трахать. Ладно, начинаем с этой точки. Да, нужно просто ползти. Это жесть будет. Просто жесть. Но тут мы потеряем людей. Миссия уже такая себе. Откуда? Кого ты атакуешь? Тут, ну, преимущество у нас просто нулевое. Они уже, скорее всего, даже на следующий ход будут иметь возможность по нам дамажить. Так, ну нам, как обычно, нужно лысого. Потому что, кстати, еще, знаете, вот неприятный момент, то, что сундук должен открывать конкретный персонаж. Это минус. Это просто минус в этой части. Из-за этого мы просто персонажа, который в прошлых частях, вот эти летуны, они были очень крутые на самом-то деле. В этой части он, по сути, из-за того, что он использует, ну, всякие кинжалы, он уже не такой крутой далеко. И плюс его нужно просто беречь, просто потому что мы сундук не сможем открыть. То есть персонаж, от которого по умолчанию помощи просто минимум. Пока сундуки не откроем. Потом-то пофиг на него будет. Думаю, я думаю, что карта огроменная. Какая-то вообще капец. Просто жопа, а не карта. А, нет, ближайший лучник на самом деле далеко. Что-то я думал, что ближе будет. А тут, кстати, нету за деревьями. Я ничего не увидел. Так, охренеть, нам ползти еще, видать. Ну, поползли. А они наоборот поднимаются наверх. Они тоже мою стратегию хотят использовать, как в одном бою. А, он хочет прям сюда поднять. Да, у нас тут будет, конечно, поливать просто говнами. Так, тогда нам нужно на самом деле бы смещаться куда-нибудь вот в эту, может, сторону. Да, ну один, как мы видим, уже подходит, подкрадывается к нам. Знаете, было бы забавно, если бы они могли как-то не вот в этих прыжках оступиться и упасть. Но опять же, в те времена навряд ли кто-то такое думал. Да и сейчас бы. Ну просто согласитесь, как бы они так прыгают довольно опасно. Там одно неверное движение и все, ты просто покатился кубарем вниз. Там кукарь? Нет, там мечник. Ну туда пофиг. Мечник для нас не так опасен. Так, пчелка. Ну тебе по сути где? Тебе нужно по центру пройтись. Но не факт, что это будет безопасно. Чистая задница. Кстати, да, для него это идеальная позиция. Он подходит и бьет Вильяма. Ну, слушайте. Когда мы подходим и бьем тебя. Конечно, подставляемся под этого, но он вроде пока один.
блядь, серьезно. Да, подстава. А, видимо, вот этот хотел продамажить. Нихуй. Чё, блядь? А что это было? Похуя. Ебать. Короче, лысый не доживет, так понимаю, твою мать. Он всю зону обстреливает, ну, до сюда не доходит. Это отсюда, а если он сюда встанет, то он будет... Вот это ебать преимущество. Конечно, ну, разработчики же гении, что-то сказать, придумали, молодцы. Ой, бля, гении, гении. То есть на него здорово тратить, потому что он нам нужен. Да, возможно, конечно, зря мы по центру идем. Может быть, все-таки надо было пытаться как-то смещаться. И идти чисто в бочину куда-нибудь. А в кого ты стреляешь? Чем в нее? Типа, может быть, сюда куда-нибудь, не знаю, как-то здесь подниматься. Тут под таким, блин, обстрелом. Хотя, эти тоже бы сюда пошли, но... Но хз, твою мать, ладно, мы сюда пошли. Ой, как же все это, конечно, неприятно, блин. Ух ты. Короче, по ощущениям, мы тут еле-еле, если только выиграем. То есть он неправильно все-таки выбрал направление, мне кажется. Уже кажется. Вроде героя будет бить, просто он ударил бы мага нашего, то все, задница. Но оно слабое. У нас, правда, оно слабое. У них почти 30 снимает, понятно. Честно. Это че... А, ну у нас, возможно, маг... Да, у него огненного элемента нет, поэтому у него так слабо. У него лишь только лед. Так, хотя, наверное, может быть, смещаемся. Хотя тут там подходят активные, хуй знает, куда смещаться, что делать вообще. Куда плакать, подушку. Потому что нас насиловать просто сейчас будут. Хотя бы лира, блин, доходит. Не-не-не, нихера. Давайте меч использовать. Черт. Ах, мразы. Так, давай тогда тебя сюда. Пошли в жопу. Блин, мага да будет, скорее всего, твою мать. Магам нужно будет в следующий ход первым ходить и хилить самого себя. Иначе все, жопа. Лучник его, скорее всего, добьет. Так. Да, магу задница. Так. Ну что, парни, вы остаетесь без хила, получается. Хил сам себя будет хилить теперь. Этот маг, скорее всего, как раз нашего мага попытался тоже добить. Творота. 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 Да, тварь. Тупо тварь. Короче, получается, можно любую магию использовать, но если у тебя нету вот конкретно предрасположенности, то соси бибу. Вот оно, значит, как получается нам.
попробуем хотя бы как-то так. Так, это у нас в кого? Бедная женщина. Бедная женщина, вроде не мужик, а женщина, но уже бедная. Так, пробуем тебя добить. Сучерепокла. Прима, да. Пососы. Пососы мои залюбю. Сука, бля. Сука, бля, бля, буду. Так, ну делаем, что можем. Но я говорю, тут мы половину точно потеряем. Ну ничего. Главное, выиграем. Опять же, играю первый раз, это не какое-нибудь перепрохождение, так что все в порядке. Сейчас задача хотя бы, хотя бы не всосать каким-нибудь образом. Какой там нафиг сохранить команду? О, Буран, что-то новое, кстати, вроде. Ледяной элемент. Ой, бля. Ну, вот видите, тут просто идеально нас замешивают в котловане дерьма. Так, может быть, Владу подправить наверх к лучнику? Пусть хоть кто-то идет ему хлебальник сломать. Хлеборезник ему помять и так далее. Так, а ты можешь подойти какой-нибудь магии добить эту уродину? Черт, ничего не доходит. Плохо. Плохо. Что делать, непонятно. В принципе, ты противник один, только здесь то, что двое. Ах, хрен его знает. Пока, наверное, куда-нибудь тоже сюда иди. Еще этот Сайми тоже подкрадывается. Незаметно. Все? Да, у них ход закончен. У них ход закончен. Вопрос, что они будут как конченые делать против нас. ХП у нас у всех мало уже. Кто вот будет первым ходить, вопросец? Кто? Наш маг. Наш чудо лекаренный маг. Так, тебе нужен хил, тебе... Кстати, тебе чуть-чуть тут тоже надо. Ладно, хилим двоих тогда получается. Да, я предполагал, что эта тварь будет ходить. То есть он будет дамажить вроде как раз двоих. Ну так что мы не зря, думаю, их подхилим. Навряд ли он в лысого решит отдать всю магию. Конечно, он лысого задамажит неплохо. Будет, так сказать, пробитие, но все равно странно будет, да? Да. Ладно, мы немножко хильнули их хотя бы. Так он дыхан. Ну, на эту серию на обложку уже дракон не покатится, он уже и так был у нас. Так что тут уже без этого дела получается. Так, можешь добить? Ага, не можешь. Хрень. Хлень. Лукарь будет сейчас кого-то, возможно, тоже добивать, кто знает. Отлично, Ридик, отлично, левел ап. Ааа, бля, понятно. Это сокождаемая гаванью. Так, следующий ходить будет в любом случае этот. Ему выгодно бить Лиру. Лире выгодно сместиться куда-нибудь сюда и ударить его. Наверное, блять. Промазали. Нет, по какой-то причине решил маг ударить первым тоже. Типа они более интеллектуальные, наверное, поэтому они ходят впереди. Ну, допустим. Лучник наш почти что отъехал. А, кстати, он даже, возможно, лучника пойдет добивать теперь. Вот в чем проблема для нас. Да. По сути-то выгоднее, да. Тут я не спорю. Лучников тогда отходим, попробуем захилиться. Макс трава у нас есть на него. Ну, логично было слишком даже.
Да, хорошо, что мы в кошки-мышки вынуждены играть. Ангела улыба. Ангела улыба, ой, боже мой. Ну это вообще, это заслуживает, конечно. Вот, вот этот момент можно. На обложку Ангела улыба. Так, это только второй по тебе будет удар. Ну 63 точно не выбьет, конечно. О. Не зря захилился, будто бы, но... Ну хотя бы на один ход дольше протянет, окей. То, тоже что-то, тоже что-то. Так, Влад ближе, тогда он пойдет к нам, а Мария уже пойдет Лукаря насиловать, я думаю. Здорово, кстати. Или она пойдет помогать лысам, блядь. Из Бразерс, потому что он нам нужен очень сильно, да, походу так и будет. Без него мы сундуки не залутаем. Реген, реген. Все. И думай, кто теперь кого. Либо лучник, либо маг, либо этот. Кто угодно, где угодно. Так, наш маг тогда встанет вот так вот, так как ему нужно хилить себя и заодно вот тебя еще. Да, лукарь. Ну, иначе он будет мага добивать, окей, пофиг. Мага мы увели. Следующим будет, скорее всего, вот тот маг вражеский ходить. Но проблема, что мы не знаем, в кого он будет дамажить. Да. Скорее всего, лучника добьет. Тут мы добиваем этого гниль хотя бы уж, раз на то пошло. А, хорошо. Это было хорошо. Тогда следующим у нас будет Саями ходить, вот этот жопошник. И мы сможем лучника хотя бы отвести в сторону. В принципе, он даже в спину должен будет, по идее, нам зайти. Вот сюда. Просто разминулись. Пути. Здорово, тварь. Получи стрелу в пупок. Блять, забыл про тебя. А, чёрт. А, гнида, еп. Зада. Это не факт, что она вообще сможет туда запрыгнуть в тяжёлой-то броне. Да, бляха-муха, вероятно. Вероятно, это пососий какой-то получается. Вы жди вещь. Вы травы, да. Кто вы еще можете быть? Травы? Вот кто вы. Его надо уводить, его надо уводить. Его надо уводить оттуда, вниз. Иначе этот Сайми так и не спустится. Скорее всего, Мария, думаю, так и не поднимет. Ну, не сможет, короче, подняться. Это будет дилемма, проблема. Это будет проблемная дилемма будет для нас. Вообще, кстати, к этому тоже не пойми кто. Наверное, нужно наверх. Твою мать. Да, вот сейчас думай, кто будет первым. А, ну лучник, как обычно. Как обычно будет лучник первым ходить. Он думает, что он знает свою цель, он подойдет сюда. Ну, даже не сюда, а сюда. И продамажит нас. Это нам нужно уводить мага. В
Серьезно, маг будет этот именно ходить? Охренеть. Ну, магу будто бы и жопа. Сейчас его лучник с этим сайми просто напидрунькает. Да, ну это очевидно, что это был, мог бы атакующую магию юзать. Лучник откатывается, ему уже точно жопа. 47, ебать. Это жесткое дерьмо. Почему нельзя в бочину атаковать? Кто этот бред придумал? Ладно, давай вниз. Тут лучник будет мага убивать. Да, сами чел, скорее всего, добивает. Ну да, как я и говорю, Мария не может. То есть и мы, в принципе, не можем, кстати, за этим магом бежать тоже. Если за кем можем, за тобой, но мы даже за тобой не добегаем. Только вилим. А ты тоже ходишь как шлюха. Понял? Ой, блядь. Я тебе понял. Как выигрывает этот Месси, не знат. Полный пиздец. Один хп, ебал я рот, конечно. Почему этот не ударил, непонятно. Прикол, что просто у меня, не знаю, это рандомщина какая-то началась. Просто сейчас, если мы победим, потом по гребаному рандому, не более того. Тут 50 человек, все они в опасности, все они, блядь, обстреливаемые и так далее и тому подобное. Нихуя непонятно, что делать. Не поможешь этому, сдохнет тот, не поможешь тому, сдохнет четвертый, седьмой. Вот такие вот мысли, вот такие вот. Шатал я их, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть. Окей, хил. Мне, правда, на самом деле от этого не сильно легче. Ну, допустим, тебя, мразь, захилили. Ты не будешь, скорее всего, следующим ходить, я так предположу, да. Поэтому я тебя могу в спину продамажить. Наконец-то. Наконец-то. Вот, конечно, вот эти вот мечи, блин, могли бы посильнее дать. Левелапы никакой погоды не делают. А, здорово. Кстати говоря. Здорово. Так, ну нам нужно идти вверх, что делать. До мага вам не добраться. Свидос, да, Лира? А, нет, еще не до свидос. Кстати говоря, еще не до свидос. А, серьезно, настолько все великолепно в этой игре. Ну, вообще-то да хуй знает, что делать. Да, и там у нас два человека против орды уёбков. Пиздец. Эта миссия просто пиздец. Ладно, похуй на ебаные сундуки. Просто у меня уже жопа горит. Но я большую часть из них не открываю, так что плевать на них уже. Ага, Лире пизда. Как обычно, ушлепище на лучнике будет ходить первым. Потом маг. Маг-маг.
Странно. Ну, просто добить ее хотят. Ну, я понимаю. Все равно странно, но немного. А мага, может быть, магия кончилась, кстати. Блин, хоть что... Левел, это такое ощущение, что реально в этой игре ничего не дает. Они не сильнее становятся, ни хп не прибавляется, вообще ничего. Лирик и ждефа — это круто. Претензий к ней нет. Идешь туда, потому что там главный герой. Марию, ну, пофиг, ее тут, скорее всего, загнобят тоже. С этим ничего мы не сделаем. Так, можешь по нему попасть? Малая, 53 хп, но она не выбит, конечно. Увы и ах, ну, этого ей не выбить. Да, слабый меч, короче, оказался. Только у Влада что-то дельное, но Влад уже откинул, откис. Влад уже откисайлом занялся. Так, тут, я надеюсь, все-таки первый луч, лучная шалава будет ходить первым. А это значит, что мы, по идее, тебя успеем продамажить. Да. А в следующем тогда, получается, будешь ты ходить. Ну, мы хотя бы знаем, что он будет в Лиру пинать. Он будет пинать Лиру. Значит, мы можем отойти и попробовать вот так сделать. Так, ну Лира неплохо дефается. Лира неплохо дефается. Ну, попробуем, я не знаю, что это нам даже дать должно. Потому что этот не продамажит ее, конечно, нам это вот что даст. И она подхилится чуток. Да, сложная. Для меня оказалась миссия. Ну, я говорю, скорее всего, нужно было как-то пытаться... Хотя... А, блин, здесь... Ну, нет, нет. С тяжелой броней никто не запрыгнул, поэтому отбой. Это говно. Собачье. Не получилось бы у нас ничего. Так что сразу можно отбой делать. Так, Лира хилится хорошо. Мария, кстати, тоже подхил имеет хорошо. Так, если первым будет лучник опять ходить, хотя в этом уже не уверен. Да. Первым Мария. Ну, отлично, она добивает мразь. Самую настоящую. Лучник, значит, ни до кого не достреливает. Хорошо. Так, доходит маг. Проблема, кого он будет бить. Лысого или Вильяма. По идее, Лысого. Лысый из Бразерс слабее. Так, тогда Лысого, может быть, мы все-таки отправим за гребаными сундуками, раз на то пошло. Да, скорее всего, будет Лысого, я думаю, или нет. Вильяма все-таки. Странно. Порой логика непонятна. Но Вильяма брони-то больше. То не бьют того, у кого меньше брони, то все-таки Вильяма. Зеленая шняга. Камень Око. А, кстати, не посмотрел прошлые предметы. Надо будет посмотреть. Где-нибудь вне серии. Так. Мария, ты давай, Мария. Да, Мария, ты дойдешь? Да, доходит. Тогда Вильяма оставим. Этого эту гнидушную душу. Сука. Так хорошо весь бой дралась. Ну ладно, она реально хорошо весь бой дралась. Конечно, говно, что эта тварь продолжит нам мозги трахать. Ну ладно. Ну, видимо, ладно. Шоколадно, может быть, даже не знаю, как это воспринять. Игра решила это лагами воспринять. Так. Все, сундуки лысые нам больше не нужен. Пускай сосет. Лиру бьют, но, надеюсь, не будет сильный урон. Как в первой части, кстати, вот эти всякие там апостолы с этими дубинами неплохо так наяривали. Кирка какая-то. Топор. Ну да, действительно, прям чистый топор. Как я спутал-то? Даже не знаю. Так. Я все-таки по плану также Вильяму отдаем.
Да, вот в первой части, кстати, чувствовалось левелап. Когда ты именно левелапался, ты это чувствовал. В этой части вообще от левелапа ни хрена не ощущаю. Сколько у тебя РП? От 1. Ну, возможно, пока и не надо. Пока ладно, пускай. Прыгает, типа лягушку изображать пытается, да. Ну, как я и говорил, половина отряда, да, положили. Ну а что, эта миссия сложная. Я понимаю, что кто-то опытный игрок в этой игре. Да не знаю, просто гений. Не только в игре, но и в жизни, может быть, и мог бы с первого раза пройти эту миссию без потерь. Хотя, на самом деле, конечно. Не представляю, как тут в таком положении. Ну, где-то зашкериться, конечно, может быть, попробовать. Ебать. Понятно, он женщина, жена-ненавистник очередной, друзья. Ну все, вот травку юзаем. Ангела улыба. Ну, кстати, можно будет с Лирой как раз. Женский персонаж, она по-любому больше нравится, чем какой-либо другой. Ох ты, гляньте, кто в залете-то может сюда залететь наконец-то. Так, Мария еще, да. Мария уже по факту ничего не сделает, конечно. Так, ну все. Лири уже по боку, я думаю. Но двигать мы будем ее, я так понимаю, он все-таки жена-ненавистник. Так и останется в своей позиции в ненависти к женщинам, тварь. Кто это промазал? Нюша, ты, гондурасец. Очколазун. Давай. Очкушник. Кто убегаешь? Ведет лысый друг. Ты в него можешь пострелять. Ну, кстати, реально в него можешь пострелять. По идее, даже это и должно быть тебе выгодно. Так, за Марию же не будем ходить вообще, смысла не вижу. О, здорово. Ну, это же выглядит куда более интересно. А его все устраивало, в принципе. Окей. Вот это стратег, конечно. Видали, что творит? А он, оказывается, передумал-то бить Лиру. Все, тебе он хочет бить главного героя. 6, блин. С такими, конечно, атаками тебе ничего не светит, дружище. Так, ну главного героя пододвинем. Хотя, в принципе, это важности-то и не имеет никакой. Так, если теперь главный герой под огнем, тогда мы будем теперь двигать его. Потому что он-то важнее Лиры будет во много раз. Да. Так, раз не можем физически по нему, думаю, попасть, хотя бы магией шпехнем. Здорово. Так, чисто опыт будем получать на нем фармить. Шлысы его точно не добивает. Так, Джироя там у нас отхиливается. Серьезно, он даже решил дальше стоять на месте. Тогда все. Опыт опять же достается Вильяму. Вильям Виктори Рюсный. Рюрюсный. На минусы по барабану. Тут главное, что я с первого раза смог закончить этот бой. Для меня это важно. Остальное просто идти в сраку. Так, а как тут? Надеть, передать. Вот, надеть. Позырим новый посох. Ага, дар ангела. Так.
Ангельский пруд, но он имеет какую-то... Да, короче, усыпляющее просто заклинание. Какая-то хрень, если честно. Даже по атаке он с этим посохом вообще ни разу никуда. Наверное. Ну да, не наверное даже. Ну, можно взять, чтобы выучить заклинания, все дела. Какие предметы нам не дают? Мак. Ну, давайте маг-книгу ему добавим. До этого у него на что было? На ХП, я так понимаю. Да. Ну, потому что он дохлый, конечно, тут без вариантов. Тогда даже вот это ему давайте. От Вильяма заберем, что поделаешь. Бандану. А бандану Вильяму тогда получается. Как-то так. А, там, кстати, еще что у нас были какие-то предметики. Какой-то кристалл мы получили. Или он... Да, он. Серьезно. А для чего тогда он нужен? Серьезно. Получили какой-то кристалл, для чего нужен, непонятно. Тогда и все получается вроде. Вроде ничего такого больше у нас и нет. Не находилось. Ни мечей, ничего. Сколько я, кстати, продать хотя... А! Вроде бы вот это у нас находилось. Но это мы не юзаем. Это мы не юзаем. Тогда получается-то и все, по сути, толком. Толком, по сути, и ничего. Ну что, сложная была миссия, друзья. У меня жопа пригорела, отрицать я этого не стану. Поэтому можете натыкать мне в комментариях, если вдруг хотите. Также все-таки призываю вас подписываться на канал. Это поможет, наверное. Вам и мне заодно в жизни. Желаем счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг, что этого не делать. Мир так и скатываться в задницу сатаны. Поэтому в конце каждого видео. Я думаю, есть задание, кто может выполнить каждый. Завтра, когда проснетесь, улыбнетесь, обязательно подумайте, что... Все люди счастливы. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока-пока.